Понедельник лайв. Надо сказать, что когда подбираю гостей часто, иногда бывает такая минута, когда чтобы вроде пригласить некого, или кого бы ты хотел пригласить, и тот не приходит. И наиболее популярное предложение, что ли, от радиослушателей: а пригласи-ка ты нам на эфир настоящего психолога. Люди очень почему-то хотят поговорить с психологом. И мне кажется, сегодня как раз тот самый момент, как говорится, и вот твоя мечта сбылась, я имею в виду мечта наших радиослушателей. У нас в гостях практикующий психолог, коуч. Ну, для тех, кто не в курсе, что такое коуч, это мы эту тему, конечно, затронем еще. Алена Бешига. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А как вы думаете, а почему люди так хотят поговорить с психологом? Или их никто не хочет слушать, наверное, людей, я имею в виду. Ну, чем это сейчас связано? Вы знаете, я бы могла с вами тут поспорить. Не очень многие люди хотят поговорить с психологом. И, скорее всего, это какой-то стереотип мышления нашего общества. Людям, наверное, страшно. Такое вот есть представление, что ты вот придешь к психологу. А он все про тебя узнает. Да, а это так не хочется. А может быть, вот часто бывает такое, вот я приду и ляжу на кушетку, и вы, наверное, будете копаться у меня в голове, и все там что-то наводить порядок, и тоже этого не очень хочется. Но я всегда рада тем людям, которые готовы пообщаться с психологом, которые хотят, которые нашли в себе силы признать себя в том, что я хочу решить какие-то вопросы при помощи психолога. А вот так вот, если, ну, грубо говоря, положа руку на сердце, вы, когда с человеком, человек приходит с проблемой, да, вы ему даете, ну, какие-то общие советы, в принципе, ну, как я не знаю, сейчас попытаюсь моделировать какую-то ситуацию. Ну, вот лужа на улице, да, и вы ему говорите: вот там вот на повороте есть большая очень лужа налево, очень большая, вот туда не ходи. И вот тут вот в 4 метрах еще есть ров с водой, тоже туда не ходи. У нас такие советы? Или, в принципе, старайтесь ноги не замочить? Ну, начнем с того, что я советов не даю вообще. Тогда что? Ну, вот мы уже затронули тему, что... Мое любимое направление в психологии – это коучинг, это тренерство. Это когда мы идем с клиентом вместе, и когда он видит возможности, которые перед ним есть. Вот открыть для него вот эти возможности и сказать: предположим, ты пойдешь туда, и будет, может быть, так и так. А если ты пойдешь туда, может быть, так и так. А может быть, ты сам еще выберешь какое-то направление движения, и будет еще как-то иначе. Вот в таком ключе как бы я и работаю. Советы не даю. А человеку этого хватает? Но он приходит и говорит, что у меня женщина, предположим, у меня муж пьяница, и меня это выводит, и я просто на стены бросаюсь. Вот такой совет, понимаете? Да, понятно. Вы знаете, вот я бы разделила всех моих клиентов, предположим, на 3 категории. Так. Вот есть клиенты, которые приходят действительно за результатом. Они понимают, чего они хотят, зачем они идут к психологу, и что, ну вот, что они начнут что-то делать, чтобы у них что-то получилось. Есть клиенты, которые приходят, потому что им кто-то сказал: ты знаешь, наверное, ты сходи, что-то с тобой не так. Вот такие вот, я бы назвала их посетители. Они, в принципе, и менять ничего не хотят. Ну вот пришли бы, послушали, ну психолог мне сказал, ну хорошо. И есть еще 3-я категория, которая... Ну, вот они сами не знают, чего они хотят. Вот этих надо лечить в первую очередь, я думаю. Да, вот как-то так. А вот кому из 3 категорий вы четко можете помочь? Конечно, первое. Первое. Конечно. А мне казалось, наоборот, человек, который, грубо говоря, сам не знает, чего хочет, он как вообще чистый лист. Можешь нарисовать цветочек, а можешь пирамиду. Вот этот человек, который попал в категорию, который четко не знает, чего он хочет, но он, допустим, четко знает, что он хотел бы поменять своего мужа. Или он бы хотел что-то интересно изменить. Нет, не поменять мужа в прямом смысле, но другого мужа, а вот. Но на лучшего. Вообще на лучшего.
А вот поменять, допустим, мне в моем муже не устраивает вот это и вот это. Надо же с моим мужем что-то сделать. Отлично. Делайте с ним вот что-то. Тема. Вот я поймался. Сейчас все отбрасываем в сторону. Самое интересное. Пришла женщина, говорит, мне надо поменять в муже. Женщине, скажем, ей и ему потом лет по 40. Вот она пришла и говорит, мне в нем не нравится там то-то-то-то. Вот что вы скажете? Вот. И, конечно же, я скажу, вам надо что-то менять в себе. Но это просто обидно. Это просто вы просто обижаете человека. Она-то уверена, что она самая лучшая. Да. Ну так ведь? А это так, она абсолютно в этом уверена. И когда мы начинаем работать в процессе сессии, начинаем выявлять ее установки, как она смотрит на какие вещи, начинаем менять ее взгляд на вот эту ситуацию. И очень часто оказывается, что проблема-то в ней самой. И что, муж, хоть одна оказывается... женщина признала, что такие проблемы во мне? Не смешите меня. Это правда. И это действительно факт. Есть такие женщины, которые приходили, говорили, я обязательно приду с мужем, мы обязательно должны что-то делать. Я говорила, давайте мы попробуем пока поработать с вами. И нам достаточно было 2-3 консультаций. Еще только мужа нам здесь не хватало. И нам было достаточно 2-3 консультаций, чтобы она пришла и сказала, Алена, вы знаете, да он нормальный такой, ничего так, мужик, не хочу его менять. Подождите, начнем с того, что вы, получается, просто, не знаю, не чемпион мира, а чемпион вселенной по, психологии. Я прожил столько лет, я не видел женщины, которая как сказала бы, что-то я виновата или что я была не права, потому что это сущность женская, сущность. Все бабы как баба, а я королева, понимаете? Ну, это есть, это в женщине. То есть, если женщина соглашается, что она не права, она уже сразу становится не женщиной, по-моему. Поверьте, наедине с психологом в процессе консультации женщины открываются совсем по-другому. И это не такие женщины, которые вот как вы их видите. Я их вижу, к сожалению, как мужчина. Вы меня извините, но... А я их вижу, да, как специалист. И могу сказать, что да, женщины признают свои ошибки. Тогда такой вопрос статистического характера. Все-таки, наверное, женщины больше приходят, чем мужчины к вам за советом, за помощью? Вы знаете, я бы сказала 50 на 50. Да вы что? Да, вы меня застрелите, запросы. Меня разные. Застрелите, чтобы я пошел к психологу жаловаться. А почему? Да я в фиг его знаю. А почему вы не хотите? Ну, начнем с того, что я по знаку гороскопа лев. Ну, все остальные, что? А я лев. Понимаете как? И что? И я уверен, что я могу... Во-первых, начнем с того, что если говорить обо мне, я уверен, что, во-первых, во всем, что происходит плохом, я сам виноват. А то, что происходит хорошее, оно просто так случилось. Ну, я вас поздравляю, вы пришли к это тому, у меня уверенность 100%. Да, что вы несете основную ответственность. Да. Вся ответственность лежит на вас. И все, что происходит с вашей жизнью, вы понимаете, что вы это делаете своими руками. А это хорошо или плохо? Это хорошо. Отлично, так, когда человек приходит к этому результату. Потому что иной раз человеку надо пообщаться с психологом, чтобы он пришел к тому, что, оказывается, надо брать ответственность на свою жизнь, за свою жизнь, на себя. Слушай, я не надорвусь по ходу пьесы. Может, пусть куда-нибудь у меня эпизодически будет жизнь, виноват. Это ваша жизнь, это ваш выбор. Вы можете надрываться, вы можете ослабить узды, пожалуйста. Нет, ну подождите, я для себя решил, что все плохое, это я виноват. Поэтому я должен ежеминутно контролировать, чтобы ничего плохого не случилось. Я сам себе как бог. Да, но вы посмотрели на эту ситуацию только с одной стороны. Все, что плохое происходит в моей жизни, происходит из-за меня. Но есть же вторая сторона медали. Все, что хорошее происходит в моей жизни, тоже происходит из-за меня. А вот тут нет. А все, что хорошее, это просто так случилось. Вот со стечением обстоятельств и моих заслуг в каких-то там суперпобедах абсолютно нет. Ну, не абсолютно, но не так много. Это ваша... Как я вас обезоружил? Это ваша установка. Да? Это ваша установка. И если поработать над ней, вы можете с ней распрощаться, вы поймете, что все, что было хорошее в вашей жизни, это ваша заслуга. Я сейчас начинаю вспоминать, а что же было хорошего? Не, хорошего было много. Я вообще в жизни больше хорошего, чем плохого. Я сейчас расскажу одну маленькую притчу перед рекламой, а потом попрошу вас как-то проанализировать то, что я рассказал эту притчу,
оно о чем может говорить? То, что я ее рассказал. Вот, да, она, я считаю, что она как бы очень важна для, для понимания философии жизненной. Значит, жил человек. Так, сейчас тут, тут подрулю чуть-чуть компьютером. Так, секунду. Жил человек. Жил. Ему было очень тяжело. У него, ну, тяжелая жизнь, откровенно. Того нет, этого нет. Этого слишком много. И он обратился к Господу с просьбой как-то изменить его крест. Он, Бог ему говорит, да не вопрос. Пожалуйста, конечно. Сейчас поднимемся на небо, и там у меня специальная там коморка, где крест всех, каждого человека есть, кресты всех людей. Выберешь, который ты хочешь нести дальше. Поднялись, прошли по коморке, а в коморке есть огромные золотые тяжелые кресты, есть каменные кресты, есть деревянные, красиво украшенные, есть просто кресты, крестики, есть вообще из прутиков крестики. Ну, человек посмотрел и думает, что, ну, наверное, будет слишком нахально какой-то брать там золотой крест, или там какой-то тяжелый, или легкий, что-то возьму такое среднее, обычный какой-то крест выберу. Не небольшой, не маленький, не красивый, не, ну, обычный. Вот выбрал, показал, ну, боже, я, наверное, вот этот возьму крест. И Господь ему говорит, бери, конечно, это же твой крест и есть. Вот я такую штуку рассказал. Мне кажется, жизненная философия, в всяком случае, моя в определенной степени описывается. Напомню, что у нас в эфире, всегда жалуюсь, что фамилии забываю, Алена Бешига, практикующий психолог и коуч. Я рассказал ей такую притчу, которая, мне кажется, очень важная. Она после рекламы и музыки скажет, о чем это говорит. Тот факт, что я именно рассказываю именно эту притчу. Уходим, уходим по крышам на рекламу. Понедельник лайв. Дайте я покручу ручки на пульте. Напомню, эта программа у нас называется «Понедельник лайв». Еще у нас минут 7 есть для интересного разговора с нашей гостьей. Наши гости Алена Бешига, практикующий психолог, коуч. Ну, про коуч я еще в самом конце спрошу, потому что, естественно, если человек слова не знает, ему очень любопытно и хочется узнать, что все-таки оно означает. Скажу прямой перевод с английского, это тренер. Ну, речь не об этом. Речь не об этом. Вот мы говорим о том, что можно как-то в какой-то степени приравнять психолога к врачу. Можно? В какой-то степени. Но приравнивать я бы не стала. Ну, да, хорошо. Да, ну, я слушаю, извините, что перебиваю. Вот все-таки есть, давайте будем разделять. Есть психиатры, есть психотерапевты, есть психологи. Так, стоп, давайте сначала разделим. Значит, психиатр – это который лечит тех, кто на людей кидается. Ну, будем. Смирительная рубашка там, да, туда-сюда. Да, да, то есть это врачи, дипломированные врачи, они занимаются психикой. Психолог – это человек, который получил образование по дисциплине психология, и он не занимается тем, чем занимается врач. Его задача – это душевное состояние, это вот привести к гармонии человека, это его успокоить, это повернуть его угол зрения на какие-то ситуации, вот расширить его рамки, его границы, его мировоззрение, вот как-то его вот успокоить. Вот чем занимается психолог. То есть, если человеку врач должен прописать феназепам, то психолог ему не поможет? Нет, психолог не прописывает феназепам. Не, я понимаю. Да, да, понимаю. Да, если человек, да, у него проблема на таком уровне, что надо лечить феназепамом, да, то разговорами тут уже не поможешь. Нет, нет. К нам обращаются здоровые люди, которые попали в какую-то жизненную ситуацию. Так это скорее как тренер какие-то там по социальным коммуникациям, например, наверное, что-то. Ну так, и это, и очень широкий тебе, очень многогранная психология здесь. Хорошо, я понял, что если я понимаете, как я все время пытаюсь как-то это сориентировать как во врачебной, что ли, практике, чтобы было понятнее. То есть, условно говоря, если у человека там что-то болит, вы учите просто не ковырять это место, где болит, условно говоря. Нет. Мы как раз ковыряем это место, мы выковыриваем, мы достаем причину, почему болит. Да, ясно. И уже в таком случае человек начинает выздоравливать. То есть задача достаточно сложная, вы согласны, да? Ну, нелегкая. И теперь давайте с другой стороны подойдем. Вы говорите, что человек должен сам что-то делать, а мы просто скажем ему, что делать. Да. А если человек,
ну, как это сказать верно, если ему, ну, интеллектуально тяжело над собой работать, он же не избавлен от несчастной любви. Понимаете как? Вот у него несчастная любовь, ему болит. А вы не как, он не может, не настолько он интеллектуально, может быть, психически, что ли, я не знаю, как сказать, социально развит, чтобы... Вот. Вы понимаете, он не может себе сам помочь. То есть мы работаем с разными людьми, с разными социальными слоями, и почему? Можно найти подход к любому человеку и помочь, и как вы говорите, интеллектуально развитому, да, и не настолько интеллектуально развитому. Да, разные же люди бывают, конечно. Индивидуальный подход, и все работает. Главное – желание клиента. Вот его желание, когда он понимает, что у него есть проблема, и ее надо решить, и он готов приложить к этому усилия, пожалуйста. А бывают такие люди, как это говорят, как в полиции говорят, что если на вас нет дела, то это не значит, что вы ни в чем не виноваты. Это наши недоработки. А бывает такое, что человек пришел, ну, вы говорили, так косвенно уже об этом говорили, что человек пришел к вам на прием, и вы послушали, поговорили с ним, ведь у него нет проблем, ему делать нефиг просто. Вот какая ваша реакция тогда? Бывает, бывает. И в таком случае... Вы ему говорите откровенно? Или все-таки конечно, в любом человеке можно... В любом человеке у вас можно проблема, что вы лезете не в свое дело, условно говоря. Вот. Ну, во-первых, изначально надо четко понять запрос клиента. А зачем он пришел? Любопытно. Вот зачем? Вот ему любопытно. Вот любопытно. Да. Хорошо, значит, его надо смотивировать на что-то, чем бы он занял, значит, много свободного времени или еще что-то. Вот. Всегда можно найти, чем занять человека, если ему так любопытно. Но это, как бы сказать, это, ну, не болезнь, это не болезненное состояние. Оно, в общем, я бы даже сказал, нормальное для человека любопытство. Это нормальное состояние. Итак, давайте продолжим. Продолжим. У нас в эфире мы беседуем с Аленой Бешиге, практикующим психологом, коуч. Тогда давайте... А, вот еще что я хотел сказать. Спросить сначала, а потом попрошу вас расшифровать более, так сказать, в преломлении вашей профессиональной деятельности слово «коуч». А мой вопрос был такой. Есть такое понятие, достаточно популярное, как тренинг индивидуального роста, там вот что-то такое. То есть как личностного, как человека типа сделать успешным. Вы полагаете, это вообще корректно вообще так вопрос ставить? Вот личностный рост, сделать человека успешным? Или это все на уровне там, если класть под подушку все время 5 лет, будешь богатый, там, ну, таких, да. Вы знаете, сейчас это очень востребованные вот эти тренинги личностного роста. И я понимаю, что раз они востребованы, их легко продавать, но надо ли? И есть люди, которые, наверное, они нужны, если они настолько востребованы, значит, есть спрос. Насколько это корректно, опять же, это выбор человека. Я понимаю, но какой-то у вас скептицизм такой, нет? Нет, не могу сказать. Но вы работы сами, да. Я не занимаюсь тренингами личностного роста. Нет. Вот. Но коллеги работают довольно успешно. Они, ну, понимаете, тут что? Перед человеком четко ставят цель, его фокусируют на какую-то цель и используют вот такие вот усиленные во времени, можно где-то, может быть, даже жестковатые методы, которые его быстро приводят вот к этому результату. А тут такая ремарка маленькая, что значит жестковатые? Как можно психологически жестковатые? Бывают повторять, такие методы. Повторять непрерывно, что он дурак или как? Бывают такие методы, когда человек просто задаешь ему какой-то вопрос, и он просто в шоке от этого вопроса. Или вот его ставят в какую-то жесткую ситуацию, которая, вот, например, пример жестковатого метода, да-да, когда тренер личностного роста предлагает своим клиентам выйти на улицу и у 10 человек попросить взаймы, там, предположим, 100 лей. И вот идет ломка. Вот такая вот жесткая ломка в сознании, потому что для кого-то это стыдно, для кого-то это унизительно, еще как-то. И вот начинает вот так вот по моим интересно представлениям, жестко ломаться какие-то стереотипы. Вот так вот он раздвигает эти рамки. Вот что я вкладывала в понятие «жестко». Ага, ну да, действительно, согласен. Я вот на себя примеряю все, я бы не согласился. Вот. Ну вот не согласился и все. Коучинг, он все-таки более экологичный, он более мягкий. Вот мы идем рядом с клиентом за руку, мы пробуем так,
так, а давай так попробуем. Тут получилось, тут не получилось. Вот. А когда вы, в какой момент вы видите, что есть результат? То есть есть какая-то конечная точка? Или вы думаете, нет, что усилили на 86% и достаточно? Конечной точки нет. Мы в процессе. Все в процессе. Человек, когда начинает работать, он начинает как будто сдвигать какие-то пластины, которые есть внутри него. Сдвигая одну, он начинает затрагивать вторую, третью, и все это начинает двигаться, начинают происходить какие-то изменения в жизни. Слушайте, это не опасно? Это не опасно, это настолько интересно, это настолько увлекательно. Я просто опять-таки на себя примеряю, если вы мне в моем возрасте начнете мои жизненные основы шевелить, так тут и крыша не поехать может. Если окажется, что все, как я всю жизнь жил, неправильно. Вот почему так страшно начать шевелить основы? Ведь в этом мире нет ничего стабильного. Не, ну все подождите. Течет, все меняется. А вы хотите узнать, что вы всю жизнь неправильно прожили? И вы гавкали там на мужа, или я гавкал на жену, а надо было совсем наоборот. И думаешь, ё-моё, это ж вся жизнь впустую. Ну я утрирую, конечно, понимаю. Ну почему? Это была ваша жизнь. Вы ее прожили, как вы хотели. Это был ваш выбор. Почему? Если вы сейчас в этот момент решили ее как-то поменять, пожалуйста, меняйте. Хоть час проживите по-человечески. Да. Вот. Если вас устраивает находиться в этом моменте, да ради бога, это ваш выбор. Я хочу сказать, что вы даже просто в разговоре, так сказать, ставите так вопросы, что, честно говоря, там, вот, начинаешь понимать, что такое жесткие методы. Хотя я могу вам рассказать и свой секрет профессиональный. Бывают люди, которым трудно на радио разговаривать. Именно на радио обращаю внимание, вот приглашают человека в гости. И вроде бы достаточно комфортная тема, человек разбирается в теме, все. Но в какой-то момент его стопорит. Вот он, ну вот необъяснимо, он не может говорить дальше. И тут у меня лично есть один способ, я не знаю, может быть, все его знают, а мне кажется, что я его сам придумал. Так вот, способ очень простой на самом деле. Задается человеку вопрос, который он абсолютно не ожидал. Абсолютно не ожидал. И у него все сразу, как я себе представляю, все мыслительные способности бросаются в то, чтобы как-то ответить. Умно, правильно, непозорно как-нибудь ответить. И он забывает обо всем. А что это радио, что тут микрофоны, что там его слушает там миллион все человек. Все обнуляется. Да. И дальше тоже, наверное, жесткий какой-то принцип. Тоже. Но раз работает, очень хорошо. Видите, здесь же какое понятие. Ведь мы все с вами живые люди. И у всех нас заложено, практически у всех, одинаковое количество каких-то наших внутренних качеств. Причем положительных и отрицательных абсолютно равное количество. Но нас же как учили? Вот то, что у тебя со знаком плюс, это надо вот так вот показывать. Ну, вот это. А все, что со знаком минус, это вот мы что с этим делаем? Мы это прячем. А люди узнают и отвернутся от меня. Да, это же плохо, это стыдно. И мы настолько это глубоко вовнутрь себя задвигаем, что потом сами не хотим даже вспоминать об этих качествах, а они никуда не уходят, они есть. И вот в такие моменты, о которых вы сказали, вот когда вы обнуляете этим вопросом все положение момента, вот эти вот качества, они же стонут оттуда, они же хотят выйти, и вот человек проявляется, какой он есть. А почему бы не принять себя просто таким, как я есть? Во мне есть хорошее, во мне есть плохое. Да, я могу волноваться сейчас на радио, но да, я могу и не волноваться. Ну что? Я в таких случаях говорю всегда, что все живы, все здоровы, никто не умер, что за паника? Ну да. У меня такое впечатление, что по времени разговор придется закончить, а в принципе можно еще обсуждать и обсуждать, поэтому я хотел бы попросить все же, чтобы Алена Бешига, практикующий психолог, коуч, еще к нам приходила. Я надеюсь, что если ей понравится, она к нам придет, мы еще поговорим, может быть, радиослушателям будет интересно. А если не понравится, об этом даже никто не узнает. Вот так вот. На мой взгляд, мне лично было интересно.